Гвозди, куски стекла и фанеры – следы того, что случилось на террасе дома Энтони Хауза. Восстановлением жилища занимаются Роман Лопес и Седрик Брэнсон. Они говорят, что 2 марта 2018 года для них особая дата. В тот день бомба разрушила дом Энтони, в тот момент дома была его 8-летняя дочь. Череда взрывов в Остине началась именно с этой посылки со взрывчаткой, которую серийный подрывник Марк Кондит оставил у входа в дом. Когда это случилось, я понял, что все это очень близко, и мы должны помочь. Помочь значит не только отремонтировать дом, но и стереть следы трагедии и болезненные воспоминания. Риэлтор Роман Лопес объединился для этого с бывшим футболистом Седриком Брэнсоном. Двери, облицовка, кирпич были частично разрушены, потолок в кухне поврежден и гараж тоже пострадал. Команда начнет работу в ближайшее время и обещает справиться за 3 дня. Причем займутся не только домом, но и участком. Для меня помочь этой семье – это благословение свыше. Хозяева дома уже выбрали дизайн и надеются въехать обратно как можно скорее. И они, и те, кто занимаются ремонтом дома, не могут дождаться встречи. Я представляю этот момент, когда мы закончим ремонт, и все сюда вернутся. Сколько будет улыбок и радости. К ремонту дома Роман и Седрик приступят уже в ближайшую субботу. Они надеются, что к проекту захотят подключиться и другие бизнесмены.